вышла замуж за хромого еврея, она не вышла замуж за седого араба. Ее не встречали ни Чикаго, ни Бейрут, ни Ханой. Она хотела каждый вечер возвращаться домой. Она жила на Сумской. Ее подруга говорила: ну какая ты дура, ведь там такая жизнь, там такая культура. Там выступает Майкл Джексон, там играет Ван Дам. Мне бы твое, давно была бы там. Она не шла на провокационные споры, и надоели псевдозаграничные разговоры. Она молча доедала свой ужин, она ложилась спать, сославшись на то, что ей очень рано вставать. О нем говорили, это полный вперед. Он играл буги-вуги, пел блюзы и рок-н-ролл. Он курил анашу, пил вино, употреблял замедро. Она любила его, он отвечал и постелил. Она мечтала стать старой его тенью. Она терпеливо дожидалась из гастроли его. И все кругом говорили: добился таки своего. Если с вином он не вернулся назад, ну конечно там рай, ну конечно ты сяд. А она, что она родила и с ребенком живет. Все к нам музыканты, самый циничный народ. Что дальше, ну откуда мне знать? Я все это придумал, когда мне хотелось спать. Грустная буги, и это зла минор. Ну конечно там рай, а здесь я, вот и весь разговор. Dziękuję, to było takie nieznane bardziej, ale mam nadzieję, że przypadło do gustu.